У нас сегодня гости в президиуме. Это Алла Александровская, почетный гражданин города Харькова, народный депутат Украины 4 созывов. Анастасия Кобец, депутат областного совета. И Алексей Корпа, понютинский поселковый голова. Он сегодня будет консультировать нас по вопросам экономики. Еще к нам присоединятся другие гости. Это депутаты городского совета Ольга Чичина, Андрей Лесик, форум на тему особого региона развития слобожанщины. У меня написано, я раздала вам программу, написано вот поговорить о проблемах молодежи в современной Украине. Я не буду акцентировать на этом внимание, потому что об этом можно говорить бесконечно. У нас мы не вложимся в то время, которое нам выделила программа. Слово Алле Александровской. Она перейдет непосредственно к теме нашего законопроекта, который мы сегодня будем представлять. Расскажет о нем, мы его презентуем. В 2000 году Верховная Рада Украины приняла закон, который назывался «Специальный режим инвестиционной деятельности в Харькове». Этот закон создавал условия, преференции для бизнеса, для инвестиций. Он прекратил свое действие, потому что все, что касалось норм этого закона, вот налоги, да, я вам говорил, таможенные сборы, налоги, это все регламентируется, регулируется налоговым кодексом. Так вот, в налоговый кодекс были внесены поправки, которые убрали вот эти все преференции, поэтому практически закон перестал действовать. Мы написали вот такой вот проект закона об особом регионе развития слобожанщина. Вы хотите мне сорвать форум? Я хочу донести вот до именно вот, насколько опасно, знаете, вот вы говорите правильные вещи, очень важные для нас вещи. А в чем дело? Но вы просто-напросто спекулируете теми сейчас проблемами, которые мы в том числе создали. Я показала эти молодые головы совершенно в другую эпоху. Поверьте мне. Вы мне скажите. Это называется благими намерениями услана дорога в ад. Я коммунист по убеждению. Я в 75-м году вступила в ряды Коммунистической партии Украины. Я закончила Харьковский авиационный институт, самолетостроительный факультет. Я была депутатом областного совета, получила экономическое образование. Я 14 лет работала в Верховной Раде Украины, а до этого 4 года в областном совете в бюджетной комиссии. Мои убеждения – это мои убеждения. Я в своей жизни им следую. Ваш сын до сих пор находится в розыске. Почему ваш сын в России? Я не хочу эти вопросы обсуждать, потому что вот когда я вижу документы, то, о чем они говорят, вот я тогда буду на это реагировать. Я не собираюсь в этой аудитории обсуждать свои семейные дела. Это не предмет для обсуждения здесь, в этой аудитории. Знаете, по какой причине сын находится в розыске? Молодой почему человек, он уехал в это? У вас бурные... Подозревается в нескольких терактах. Подготовка нескольких терактов в городе Харьков. Чтобы вы понимали, люди, вот вы задаете вопрос, почему? Меня принципиально, как гражданина Украины, как патриота, волнует, то, что вот эта мадам, которая Кобец сказала, про своих студентов, ну, все в это просто, к слову, было сказано. А был у них человек такой, помощник, правая рука, Рома Добрянский, который находится с января или февраля этого года в розыске официальном, чтобы вы понимали, господа студенты. Знаете за что? За организацию массовых беспорядков, тетушек он водил. Это уже юридическое дело, которое суд верит. Были под Верховной Радой мероприятия. Мы сейчас говорим о конкретном человеке, организации, которой он руководил, и люди, которые через вашу организацию нанимались, принимали участие в массовых беспорядках. Их поступки в течение этого всего времени, связанные с войной, скомпрометировали их не только как политиков, а как людей. Я считаю, они не имеют права вообще даже появляться где-то на открытых собраниях и что-либо говорить. Алла Александровская, тот человек, который радовал за идею ХНР. Понимаете? Слушайте, а сейчас мы говорим о том регионе слобожанщина. Не то же это самое, только с другой стороны, а? И призывал к созданию Харьковской Народной Республики, создание Донецкой и Луганской Народной Республики. Я думаю, что нас на этом показали. Как вы считаете, имеет ли она право сейчас спекулировать теми проблемами, которые она создала, и рассказывать о том, как теперь из них выйти? В Украине, к сожалению, есть силы, которые вот развития не хотят. Мутной водички, вот в этой теневой экономике, о которой мы тоже говорили, и они, власти ее не отрицают, и это озадачивает весь мир, что в Украине у нас сумасшедшая коррупция и теневая экономика. Так вот, кому-то очень выгодно, под красивыми фразами, не буду их цитировать даже, вот эту мутную воду дальше держать. 14 лет.
Александровская, депутат. За 14 лет у нее не было возможности сделать то, о чем она говорила. Была. Нету никаких... Я даже закон принимаю. У нас в Украине, я вижу, не строится ничего, не создается, а только занимается вот этой фигней. Товарищи, вот в этой бодяге Украина не поднимется. Вы увидели конкретно, к чему приводят радикальные действия, которые совершали вы и ваш сын. На сейчас вы пошли другим путем, пользуясь сейчас под видом территориальной реформы. Вы... Президент территориальной реформы. Я как коммунист, уже буду говорить, против этих предложений. Потому что это угробит всю социальную инфраструктуру. Люди не смогут получить ни медицинская помощь, ни образование. И Китай является это ярчайшим примером. Всего 19 экономических зон на 1,5 миллиарда населения. И страна сегодня занимает фактически первое место в мире. Я задаю по вопрос. По какому показателю? По всем. Разговаривать я не хочу. Это оскорбительно для всех нас. Поэтому я объявляю наш форум закрытым, к сожалению. Спасибо за внимание. Спасибо. Go to Moscow.